Жители Новодвинска опробовали новый спуск к Северной Двине. Он появился после того, как в районе конечной остановки автобусов обрушился берег реки. Из-за этого не ходил и теплоход «Тайнакурия», который перевозит пассажиров на островные территории. Правда, деревянная лестница вызывает у жителей города бумажников опасения. Как я поднимался, идет нагрузка очень большая на ноги. Вот. Вот эти вот дощечки, которые наколочены, это просто, я не знаю, как это назвать. Они очень скользкие, а на спуск еще тяжелее. Теперь лестница находится в конце городского парка. Найти ее можно по специальным указателям. Длина нового спуска около 160 метров. Есть и несколько площадок для отдыха. Найдено и новое место для посадки на теплоход. Сейчас рейсы возобновились. Кстати, теперь Тайнакурия выполняет дополнительные рейсы в среду.